очень часто спрашивают, а что будет, например, с ребенком, который родился в Папуа-Новой Гвинее, там, где не было миссионеров, попадет ли он в ад? Мне это кажется малоосмысленным вопросом, потому что теоретические, воображаемые, гипотетические дети никуда не попадают, их нигде нет, кроме как в нашем воображении. Со своими же реальными творениями Бог имеет уникальные личные отношения, и только Бог знает судьбу каждого конкретного человека. Евангелие – это не схема, по которой мы можем расчислить, кто куда попадет. Это личное приглашение, как приглашение на свадьбу или приглашение на пир. Вот у каждого из нас есть это приглашение. Мы можем прийти на пир или не прийти, войти в дверь или остаться за дверью. И вот если мы не захотим войти, мы останемся за дверью. И Священное Писание нас об этом достаточно ясно предупреждает.